Итак, всем привет, это Пенопласт ТВ, и мы продолжаем этот второй выпуск прохождения Super Mario Crossover. Сейчас мы попробуем изучить эту игру по полной программе, так сказать, полностью. Попробуем пройти что-нибудь, хотя бы первую локацию. Так, дойти до главного замка и найти там Купу. И убить его. Ну ладно. Начнем. Так. Играть, наверное, будем Мегаменом. Нет, мы сначала сейчас выберем карту. Я хотел попробовать пройти на... Так, игру с картой... Так, сейчас. Да, вот с нас... С NES-овской картой. Образа она нравится. Интересно, тут и графика прикольная. А проходить будем, наверное, Мегаманом, потому что он... Тоже я к нему привык немного уже, пока играл в эту игру. И... Мы сейчас будем, значит... Так, ну выберу, наверное, обычного, классического. Вот, и мы сейчас попробуем пройти что-нибудь. Хоть как-то пройти эту блядскую игру. Нет, на самом деле хорошая игра. Вообще, игра очень даже неожиданная тогда, интересная. В плане того, что тут есть какое-то разнообразие игроков. Вообще, ну вот раньше, когда я в детстве был, играл там... Как бы разнообразия в играх не было особо, и... Довольствовались тем, что есть, как бы вот... Были картриджи, то есть это... Для приставок, ну... В основном для Денди. И вот какие были, в такие играли. Конечно, Марио был обычный, Супер Братья Марио. Классический, как вот здесь, только не переделанный, конечно. И играли, то есть какие картриджи были, такие мы играли. Даже помню, как это мечтали, чтобы это, например, в одной игре тоже было там какие-то персонажи с других игр. Это вот раньше фантастика казалась, потому что такого не было. А сейчас как бы вот все воплощается в жизнь. И вот мы играем в Марио. Хотя тут даже не пахнет этим Марио. Мы играем Мегаменом. Так, мы прошли первый уровень. В общем-то так, налегке. Даже сам не заметил, как он прошел. Так, ну, наверное, это... Мы не будем ничего менять, и хуй с ним, пройдем опять этим Мегаменом. Они серые какие-то. Так. Мегамен, Мегамен, да. Да, впрочем, разницы-то нет никакой. Можно было другого выбрать. Тот, по-моему, тоже с нас. На Супер Нинтендо. Кстати, когда играешь с Зельда, вот этим вот гномиком, то он там может, кстати, давить, ну как Марио, давить всех врагов, на них. Только там надо вниз зажимать, то есть если Марио, он прыгает просто на врагов и давит их, то надо, прыгая, нажимать удар, и вниз, он мечом как бы вниз так. Бьет и убивает. Ну как, вот есть же игра. Как там Америка, по-моему, там он щитом своим давит. Тоже вниз. Вниз его, да. Да, ну вот у других персонажей, вот, конечно, этого нет. Вот, потому что вот Мегамен, он не может давить, по-моему. То, что я делаю, ничего не... То есть... эффект, он не... Он просто умирает, падая на врагов. Ну и вот, как бы, видишь, что? Кирпичи нельзя ломать, это плохо, конечно.
вот залезть туда и играть мегаменом, это я не знаю как. Может, кто знает как, я не знаю. Ну ладно, пойдем дальше. Но зато он стреляет постоянно, можно все ломать. Интересно, в детстве я всегда мечтал сломать вот эту стенку. Теперь ее можно ломать. Это заебись. Так, в варп-зону не будем заходить. Кстати, вот время кончается. Нет, мы будем все последовательно так проходить. Все, от начала до конца попробуем. Ну, до куда дойдем, короче. Так, показать Зельда, так. Ладно, покажу эту вот Зельду. Так, вот это выберем. Сейчас увидите, как он может. Снасовские, по-моему, тоже персонажи. Вот, заебись, как будто в Nintendo играем. Так. Вот он. Вот он, давить так умеет. Ах, порядло, блин. Сейчас еще раз попробую. Только чтобы показать. Так, прыгаем. А, во, понятно. Просто вниз надо нажимать. Сейчас на этом петухе попробую. Так вот, видите, как замечательно. Все равно неудобно, я хочу мегамана. Хуй с ним. Сейчас мегамана другого выберем. Вот этого. Вот, расстрелял и все дела. Блин. Вот, посинел жизнь потратил. Мы сейчас возьмем, может. А вот мы снова уже с Цоя. Короче, в этой игре, я даже вот не знаю, я ни разу не играл, короче, в Nintendo. Не только в нее. Здесь же я могу увидеть это все, как бы. Кстати, вот этот порожек сделали специально, потому что многие персонажи, да, по-моему, даже все, кроме Марио, не могут бегать. А чтобы запрыгнуть на самую вершину флажка и взять 5000, там самая большая количество очков, самое большое 5000, надо разбегаться. Но так как другие не могут, им вот такая вот помощь в виде этой подставки. Так. Дальше продолжаем. Вот, собственно, налегке добрались до замка купы этого. Дурка, блядь. Так, вот тут сложно все. И я так и знал, блин. Всегда тут не получалось из-за этих огоньков. Всегда их ненавидел. Не любил никогда эти огни, потому что они крутятся и убивают. Ах, блин, не будем рисковать. Аккуратнее, аккуратнее, все пройдем. Вот он уже... Ах, ничего себе, почему он задевает? Ну все, я не пройду, наверное. Я знал, что не пройду. Эх, блин, все сначала, что ли? Падла. А продолжение же было, по-моему. Ладно, сейчас по-быстрому пройдем. Даже, наверное, Марио поставим, чтобы пройти по-быстрому.
Нет, вот такой Марио мне нравится. Интересно. Вообще... Вообще, по-моему, его нельзя пройти, эту Марио. Там... Он как... Я не знаю, как... Платформер такой для... Как Тетрис, в общем, там на очки только играешь. Тут как бы нет последнего уровня, последнего босса, по-моему, тут... Ну, тут есть как бы, я не знаю, до какой зоны, там, по-моему, до 9-й доходишь, убиваешь там самого сложного кубку вот этого, который там просто, я не знаю, он что вытворяет, а потом все начинается заново. Но со старыми очками, старым количеством очков, и ты просто... Ну, как бы игра на рекорды, по-моему, это так. Попробуем пройти Марио с Несовским. Да. Такой расклад мне нравится. Облако улыбается. Так, сейчас мы будем делать вот что. Мы сейчас грибок возьмем. Сейчас все. Сейчас мы вот что сделаем. Сейчас мы раздолбаем это все. Ничего страшного. И нам сюда. Вот, мегаманом мы бы так не сделали. Но мы, по-моему, не залезем сейчас сюда. Нет, не залезем. Сука, падает-то. Мне что, неудобно? Вот управление что плохо. Нет, ладно. Попробуем здесь залезть. Я там разломал просто кирпичи все. Ах. Ах, гнида. Придется бежать. Мне придется так проходить. Собака. Так, нет, все-таки попробую я взломать эту стенку. Ну да. А, ну это. Да блин, что такое? Что-то проигрывать стал. Ладно, мегаманом. Сейчас прям аккуратно попробую пройти это все. О, музыка интересная. Музыка такая, как будто это... Электро... Электрохаус... 70-х. Тем самым мы прошли. Но, по-моему, мы... О, сколько очков-то у меня. Хрена себе. А где фейерверк? Так. Окей. Окей. Вообще, вот... Почти во все игры в детстве я играл. Там у меня была Дэнди, там, Сега. Блин, забыл, что нельзя прыгать на них. Вот видите, косяк какой. В Мегаман я играл. А там что, в контру почти во все части играл. Почти все проходил, по-моему. Ну да.
даже там Counter Hard Corps. Что забыл, что нельзя стрелять. Так, вот отшибли те крылышки-то. Нам сюда. Не играл в Зельду, конечно, вот. Ну, не знаю, потому что, по-моему, у нас не было больно таких игр-то. Это, может, в Америке было, там, я не знаю, у нас все пиратское, левое какое-то китайское говно было. Но интересно, это тоже все это, конечно, ностальгия. Вот, в Марио играл, в Зельду вот не играл. Вот в Метро он тоже, Метроид не играл. Слева не играл, вот в этот луноход играл. Там еще человечком можно бегать, тут, по-моему, нельзя. То есть вылазишь из машины и бегаешь человечком. Там заходишь в разные комнаты, там с боссами дерешься. Ниндзя. Так, Ниндзя Гайден играл. Ниндзя Гайден, так, Контра, это, естественно, играл. Мегаман 10, не помню, по-моему, играл. Вот в обычный играл. Вот, собственно, во всем. Ну, кроме только Зельды и вот это вот. Метроид, потому что, как бы... Не помню я такого. Ладно. Попробуем второй... Вторая попытка пройти этого Купу. Или как его там зовут? Купа-тупа. Есть, я взял. Хуенчик. Ну, все. О, я себе, блядь, болгарка какая-то. Диск от болгарки. Ой-ой-ой, страшно так. Сука. Да, блядь. Нет, я все-таки его пройду. Музыка, кстати, по-моему, другая тоже. Каждый персонаж, у каждого персонажа своя музыка, видимо. Это вот SNES-овский вариант. Там был дэндиевский. Ну хорошо, хоть так сделали. Конечно, есть недоработки тут небольшие такие. Но... Да блин. Как сказать... Ну и можно было побольше персонажей сделать, можно было Battletoads сюда жаб засунуть, кого-нибудь еще там из драк, из каких-нибудь там, из Mortal Kombat. Ну, Mortal Kombat это уже перебор, конечно, но какие-нибудь еще игры можно было сюда. На Денди много разных игр есть, тут можно разгуляться, короче. Можно было засунуть сюда... Как он? Ну, не только вот эту контру можно было, там есть еще другая контра, контра хардкорпс можно было засунуть персонажей из этой игры сюда. Так, 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 так. Продолжаем. Давай попробуем, знаете кем? Давайте вот этим чуваком, Мегаман 3. Мотоциклист какой-то. Сейчас будем всех мочить. Ай, грибок мой застрял. Вот, музыка уже другая, из какой-то другой игры. Их много мегамонов, наверное. Вообще лучше вот так бежать и стрелять во всех. Смотри-ка. Пройти нельзя.
Вообще странно, что их надо это, стрелять по ним. Вот, раз, два, три. Три раза надо выстрелить, когда прыжком их с одного раза убиваешь. Вообще они, эти вот враги одноразовые. Почему их так долго надо убивать? Так, черепашки мои любимые. Ну все, прошли. Даже не запоролись. Опа. Кстати, надо будет сейчас, если получится, попробовать перепрыгнуть этот флажок. Потому что в обычном Марио, когда перепрыгиваешь флажок и бежишь дальше, то... А, можно бежать бесконечно там, то есть там бесконечность дальше. Нет конца. Так, продолжаем. Вот этим закроем пацаном. О, музыка сразу другая. А, вот что я забыл сказать. Можно было сюда еще Симпсонов. Ой, Симпсонов, Флинстоун вот засунуть. Вот Флинстоун было бы тоже в тему. Прикольно, красиво было. Ну, не знаю, может будет еще какая-то другая версия. Вообще, что хочешь, можно сюда это, фантазию так, хватило. Так. Интересно, а в этой игре есть концовка какая-то? Или она тоже бесконечная? Прошел, потом снова прошел. Это как Марио, она обычно раньше в многоигровках был там, где разные... Прохождения как бы игра, такие аркадки, ну, там вот, как, например, Milka Nuts, что ли, как там называется, не знаю, там какие-то эти капельки молока, что ли. Ах, блин, не получилось, ну ладно. Капельки молока ходили, спасали друг друга. А папа еще был там, где это, против толстого убегаешь от него, по лестнице, там, по зонам бегаешь каким-то, да? Потом еще искатель сокровищ, где там он роет ямки, золото кучки собирает и роет ямки. А, и там привидения какие-то ходят, он их туда, значит, в эти ямки скидывает, они там это, взрастают потом. Так, главное сейчас не напороться на его харкотину, вот, огненную. Почти прошел. Ладно, что-то не судьба, видать. Ничего, сейчас попробую. Его и на Денди-то трудно было пройти обычному Марио. Там, если ты маленький, то пиздец. Все, перепрыгнул. А у меня жизнь есть. Запасная. Ну, давай, давай. Ах ты, сука. Да блин! Да что такое-то, а? Я же почти нажал уже эту кнопку. То есть я взял топор этот или что там, и отрубил ему мост. Вот паскуда. Ну все, можно подыхать, короче.
Нет, если бы джойстиком играл, чем можно. Так, ну вот сейчас... Сейчас просто чудо должно быть, чтобы я его прошел. Но... Хуй там. Все сначала, да? Ладно. Не в этот раз. Что-то не получилось, но главное, я дошел до него. Что-то как-то сложно его проходить. Ладно, может, в следующий раз получится. Может быть, сразу дойду до туда, пройду его. Ладно, ребятки, всем пока.